Партнер показа – открытое акционерное общество «Светанок», город Жодино. Одежда для всей семьи. Партнер показа – минеральная вода от Белкоопсоюза. Чудодейственное средство для творческих людей. Дамы и господа, телекомпания «Столичное телевидение» предлагает вашему вниманию новое, хорошо забытое старое шоу «Две звезды» на СТВ «Редкие кадры». Сегодня на сцену выйдут удивительные, уникальные дуэты. В каждом дуэте один профессиональный артист, другой профессионал своего дела, но ранее никогда не выходивший на сцену в качестве певца. Удивляйтесь и аплодируйте. Эдуард Мартынюк и Татьяна Нови. Макс Лоренс, Натали Роше, Жанет и Владимир Карачевский, Алена Ланская и Владимир Занько, Александр Сухарев и Инесса Зубрилина, Ирина Дорофеева и Кристель Локака, Лариса Грибалева и Николай Мирный, Павел Клышевский и Наталья Климович. Жюри сегодняшнего шоу – люди авторитетные и опытные, но большинство из них к эстрадному искусству впрямую никогда не имело отношения. Итак, сегодня вечером с нами, пожалуй, самый харизматичный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк. Самый непоющий участник первого сезона «Две звезды» на СТВ – Антон Мартыненко. Легенда советской эстрады, народный артист Беларуси Эдуард Ханок. Генеральный директор самого популярного еженедельника о телевидении «Антенна» Елена Цветкова. «Две звезды» на СТВ поют в сопровождении самых терпеливых и морально устойчивых музыкантов. Сегодня и каждое шоу с нами премьер-оркестра. А в баре за кулисами нашего представления угощать крепким кофе и пытать крепкими вопросами наших участников будет язвительный Юрий Царев. А теперь ведущий шоу «Две звезды» на СТВ. Первый и самый скандальный дуэт нашего шоу. Настоящие редкие кадры. Ирина Рамбальская и Анна Пон. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы были так впечатлены итогами шоу «Две звезды» на СТВ, его неожиданными дуэтами, авантюрными песнями, что просто не смогли остановиться. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый сезон проекта «Две звезды» на СТВ. Солист Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь Эдуард Мартынюк был в жюри в нашем первом сезоне, а сегодня окажется под прицелом огней едких замечаний. Но на самом деле это первая и самая простая часть его испытаний. Вторая непростая задача – найти подход к партнерше. Потому как партнерша – сотрудник органов пограничной службы, старший лейтенант юстиции Татьяна Новик. Теперь вы догадываетесь, почему под заголовком нашей программы служат редкие кадры? Да, кадры у нас есть. Мы все защищаем свою родину, неважно, кто ты, мужчина или женщина. Начинала я свою службу контролером первой категории в отряде пограничного контроля «Минск-2». Наверняка вы встречали моих коллег, а возможно и меня, когда прилетали в национальный аэропорт «Минск». Я, наверное, стараюсь в этом проекте не сделать хуже моему партнеру. Нет того, чего он не умеет. Вы шумите, шумите, пробуй вверх. Надо мною березы. Давай, ну, давай, отлично. Пою ли я песню, а я лягу, прилягу за столом? Ни в коем случае, это же классика. Шеф, все пропало.
ничего не получается. Все нормально, в чем? Заслуженный педагог по вокалу проекта «Две звезды» Эдуард Мартынов. Если бы я был конферансье, я бы сказал так. Итак, на сцене самая красивая женщина на свете и самый скромный мужчина на свете. Я не знаю, вот как это. Скромничаешь. Итак, представьте себе, что некий популярный, обожающий себя актер где-то за границей попал в пикантную такую щекотливую ситуацию. Остается лишь петь «Вы шуми тебя, розы». Встречайте, Эдуард Мартынюк и Татьяна Новик. Дякую, сябры! Ха-ха! Вы шумите, шумите, надо мною берёзы. Колышите, люляйте свой напев вековы. А я лягу, прилягу край гостинца с дорог на духмяным прокосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу край гостинца старого шумите, надо мною берёзы, осыпайте, милуйте тихой лаской землю. А я лягу, прилягу край гостинца старого, я сторожу все тропки, я хвилинку посплю.
сейчас я хочу предложить слово нашему глубоко уважаемому жюри. Итак, члены жюри, скажите, вот не перешла ли парочка границы? Занимайте место на барной стойке. Прямо здесь. Я вам даже водички налью после выступления от Белкопсоюза. Когда звучит твоя песня, то никакой реакции нет, кроме того, чтобы они ее не испортили. Начинается. Но мне кажется, что они в чем-то превзошли. Именно вот так. Ты представляешь? Они это очень здорово. Вокально сделали, просто фантастически. Браво. Вот сразу видно, хороший человек. Я хочу отметить, что они до конца держали образы. Ну, я понимаю, Татьяне было привычно держать этот образ. Но Эдуард, все заметили, до последнего не отдавал цветы и не отдал, и со своими цветами ушел. Он ушел. Вот за это молодец. Кстати, да. Цветы себе? Я заработал. С какой стати я должен их отдавать? Известный, пожалуй, один из самых стильных певцов в Беларуси, Макс Лоренс, получил себе в пару стилиста, телеведущую и одну из самых стильных дам Натальи Роше. У меня жизнь не крутила, не мотала, но я с юных лет мечтала стать когда-то парикмахером. Сейчас это уже профессию я расширила свою, скажем так, свой спектр услуг, и я стала стилистом. Для меня это, конечно, вообще взрыв эмоций, потому что для меня он звезда, звезда, звезда. Наверное, самым было простым Натали приехать ко мне, чтобы порепетировать. Гонишь. Вот караоке пела когда-нибудь, да? Ну вот, господи. Максу доверяю ему то, что он будет петь, и то, что какой он подберет мой материал. Все, что касаемо стиля, сценического образа, это уж буду делать все я. Мы пели под барабаны, под хлопки, под гитару, акапельно. Сердце знает, что... запуталась! Я влюблена в эту песню, ее поют 24 часа в сутки. Мне кажется, что мои соседи уже сходят с ума и тоже за мной вместе поют. Теперь это уже наша песня. Я очень хочу спеть нашу песню очень достойно, красиво, чтобы всем телезрителям понравилось, и как в первую очередь Максу. Макс Лоренс и Натали Роше исполнят, пожалуй, самую известную песню Макса «Лебединая». Пожелаем им удачи! Над землею, словно небо обернулось рекой в раз и позвало дождевой ладонь нас. Я прошу, останься рядом со мной, друг. Я согрею и укрою от всех вьюг. Я тебе большую тайну открою. Я могу быть рядом, я хочу быть только с тобой. Буду с тобой в радости и минуты слабости, и в любви, и в ярости. Если что не так, прости. Только не уходи, буду с тобой в радости и минуты слабости, и в любви, и в ярости. Если что не так, прости. Только не уходи. Разве ты не знаешь, я у тебя есть? Как же я смогу оставить тебя здесь? Пусть родная лебединая стая белым снегом в облака улетает. Сердце знает, это есть между нами то, о чем не скажешь просто словами. Только знаешь, что пока оно бьется, между нами остается та невидимая нить. И в минуты слабости, и в любви, и в ярости. Если что не так, прости, только не уходи. И в минуты слабости, и в любви, и в ярости. Если что не так, прости, буду с тобой, не захочешь, только не уходи. О-о-о.
радости. Только не уходи. Минуты слабости. И в любви и в ярости. Если что не так, прости. Только не уходи. Как-то, Манечка, они пели «Только не уходи». Давай спросим у жюри, скажут ли они им «Не уходи». Пара безумовно пригожая и безумовно стильная. Но это не Фрэнк Синатра и не Лайза Минелли. Вот и все. Мы не претендуем. Вот они вообще уже фактически готовы, сюда, спевшийся дуэт. Вообще великолепно смотрятся рядом. Ребята, дерзайте, тренируйтесь, вообще уже вдвоем выступаете. Все, график гастролей пишется. Скоро Новый год. Генеральный партнер шоу «Две звезды» на СТВ «Минеральная вода» от Белкоопсоюза. Стародорожское, Вечелье, Игуменское и Марыля – это здоровье и сила, подаренная природой. Спасибо Потребкооперации за это чудодейственное средство для творческих людей. Партнер шоу «Две звезды» на СТВ – это открытое акционерное общество «Светанок», город Жодино. Здесь производят лучший трикотаж для всей семьи. Одежду от «Светанка» сложно спутать с любой другой. Модели запоминаются не только своим стилем и качеством. Это память вашего тела. Однажды, надев одежду от «Светанка», вы не захотите ничего другого. Почувствуете себя в ней уютно и комфортно. Качество. Натуральность. Красота. «Светанок». Одежда для всей семьи. Партнер показа – открытое акционерное общество «Светанок», город Жодино. Одежда для всей семьи. Партнер показа – минеральная вода от Белкоопсоюза. Чудодейственное средство для творческих людей. Еще одна пара, которая, безусловно, вас удивит. Это Жанет и Владимир Карачевский. Просто лед и огонь. Солидный начальник, директор театра белорусской драматургии и темпераментная, я бы сказала, такая огненная певица Жанет. Дорогие друзья, самый неожиданный дуэт. Ну, представьте, бывший первый заместитель министра культуры, он же директор Республиканского театра белорусской драматургии, и вдруг он посмел выйти на сцену. И с кем? С самой Жанет. Административная работа тоже творчество. Управление людьми – это... такой многоступенчатый процесс, я все равно от искусства никогда не отделяю себя. Поет он действительно очень хорошо. Слушаю его не впервые. Это человек, который сильно имеет отношение к музыке. Поэтому мне повезло. Ю-ху! А потом мы поем вот этот кусочек акапелла, и потом будем раз. На усёй земли. А что ты делаешь? А хочется верить в то, что будет восприниматься именно не просто как чиновник, а как мужчина, который поет для женщины, во имя женщины, ради женщины. Вас наверняка удивит, какое прочтение легендарной композиции песнеров предложила наша пара. Жанет и Владимир Карачевский споют о рушниках, словно это выпуск новостей. Добрый вечер, поважаные сябры. Добрый вечер. У телеэфиры программа «Новины». У студии мы, я ее ведущая Жанет. И Владимир Карачевский. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
туянка ехав ля ракі, под вербой Алена мила рушники. Покажи, Алена, броды земляку, где тут переехать на коне раку. Криминальная хроника. Жанет. Отшапися, хлопец, едь абы куды. Не мути мне только чистое воды. У Маркотиянка головой пани. Упустила девка беленький ручник. Жанет, будь ласка. Янка мой соколи, поможи худшей. Ой, плыве зникає рушничок з вачей. Любая Алена, я ж воды боюсь. Поцелуй спочатку, бо я утоплю. Зупинився гнєди під вербой густой, цілувала Янку Лена над ракой. Стало тихо-тихо на усій землі, по реці далеко рушники плили. Стало тихо-тихо на усёй земле. Парадзе далёка, рушники плыли. Давайте теперь послушаем мнение жюри. Поверили ли вы этому выпуску новостей? Вам воды от Белкопсоюза. И давайте послушаем мнение жюри. Ну вот, честно говоря, не поверила. Владимир несколько удивил, потому что как-то вот, ну, как-то суховато. Я понимаю, что топ-менеджер. Стояла задача режиссера. Владимир, суховато, промочите горло. Ну вот новости, это несколько другой вот такой вот жанр, и хотелось от него, наверное, какого-то большего такого сопереживания Жанет, потому что она действительно как-то вот играла, была в образе, она там вот пела. Потому что пели хорошо, действительно реально пели. А вот Владимир... Не, а если бы мы вышли в народных костюмах, сказали бы штамп, народный. Я как обыватель, как дилетант, не претендуешь ни на что. Мне сподобалось. Вот классно, ой, стильно, супер, вытончено, выкшталцона, без молпования. Тут больше и жарсти, и милости, и всего на свете, на самой справе. Наш следующий дуэт очень авторитетный. С одной стороны, заслуженная артистка республики, представительница Белоруссии на Евровидении, она же Алена Ланская. Ну и вторая половина также вызывает трепет. Это Владимир Занько, заместитель председателя правления ОАО АСБ «Беларусьбанк». Впервые на таком проекте. Это значит, опыта нет. Знакомы ли я с творчеством моей партнерши Алены Ланской? Знаком и очень давно знаком. Я уже более 21 года работаю в структуре банка, прошел многие ступени. На сегодняшний день у меня должность заместитель председателя правления банка. Все функции, которые связаны с работой, с людьми, возложены на меня.
Нам досталась очень сложная песня из моего репертуара «Васильковое небо». И, конечно же, мне в какой-то степени, наверное, жаль Владимира Александровича. Поставила высокую задачу для Владимира Александровича спеть двуголосие. Не знаю, получится у нас это или нет, если, конечно, он попадет в ноту. Перевоплотиться в артиста, представителю определенного уровня деятельности, конечно, непросто. Так уже все, обратного хода нет. А вы меня простите, если что не так. Не, ну все нормально, все хорошо. Непослушный. Непослушный. Владимир Александрович. Плохой. Нет, неплохой. Непослушный. Нет, вы хороший. Непослушный. Васильки мне ночью снятся. Я еду на работу, пою. Самое главное в этой песне – чувство. А сейчас выступает заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская. И Владимир Занько. С очень красивой песней «Васильковое небо» Алена Ланская завоевала сердца многих поклонников. Будем надеяться, что Владимиру Занько эта песня принесет удачу. Где крыничка бежит лесом и полем, дыново колем, это мой дом. Где детинство мое с медом да каской, с маминой лаской, это мой дом. Он покличе мяне, прилячу на крыле, песню спею по весне. Васильковое небо, плыть журавлиная, Васильковое дали, за небо край. Васильковая Бога замова, родное слово, это мой дом. И он покличе меня, прилечу на крыле, песню спою по весне. Васильковое небо, мяне, прилячу на крыле, песню спяю по весне. Васильковое небо, плыть журавлиная, васильковые дали, за небо край. Ветки любви.
васильки раны край. Как говорится, вокал хорошо, а вокал с бокалом еще лучше. Игорь Александрович, милости просим. Тут на вот внешне нечто было и от Фрэнка Синатра. От Синатра. Да. Классно, боже, на самой справе. Как тяжело. Поразила, ну, невероятная эмоциональность. Вот, пожалуй, среди всех пар, вот просто действительно, это эмоционально заряжающий такой вот номер. О, боже, хорошо, что не разряжающий. Если бы сразу все знали, что номер будет эмоционально заряжающим, нужно было воду поставить перед экраном. Поздно опаздываем. Я думаю, что чем больше эта пара будет петь вместе, тем больше удовольствия мы будем получать. Владимир Александрович, спасибо вам за мужество. Генеральный партнер шоу «Две звезды» на СТВ «Минеральная вода» от Белкооп Союза. Стародорожское, Вечелье, Игуменское и Марыля – это здоровье и сила, подаренная природой. Спасибо Потребкооперации за это чудодейственное средство для творческих людей. Партнер шоу «Две звезды» на СТВ – это открытое акционерное общество «Светанок», город Жодино. Здесь производят лучший трикотаж для всей семьи. Одежду от «Светанка» сложно спутать с любой другой. Модели запоминаются не только своим стилем и качеством. Это память вашего тела. Однажды, надев одежду от «Светанка», вы не захотите ничего другого. Почувствуете себя в ней уютно и комфортно. Качество. Натуральность. Красота. «Светанок». Одежда для всей семьи. Партнер показа – открытое акционерное общество «Светанок», город Жодино. Одежда для всей семьи. Партнер показа – минеральная вода от Белкооп Союза. Чудодейственное средство для творческих людей. Еще один смелый эксперимент нашего проекта, подтверждающий, что не зря мы его назвали «Редкие кадры». Александр Сухарев выйдет на сцену в дуэте с учительницей. Нет, не своей, но очень особенной. Обладательницей звания «Учитель года» Инессой Зубрилиной. Кстати, говорящая фамилия какая-то. Это хороший повод вспомнить Александру, как должен себя вести хороший мальчик и немного повторить школьную программу. Hello. Hello. Nice. So, are you ready to start? Yes. Могла ли бы я стать кем-либо, кроме учителя? Наверное, нет. Я 14-й учитель в своей семье, у меня 4 поколения учителей. Ровно 5 лет назад Инесса Владимировна Зубрилина прославилась на всю страну. Она смогла обойти 10 тысяч конкурсантов и завоевала почетное звание «Учитель года». Безусловно, песня «Нравится, не нравится» – это хит еще моих студенческих лет и моей молодости. Сразу же после первой репетиции мне стало спокойно, понятно, что все будет хорошо. Боже, как ты хороша, когда спишь, моя душа. В нем нету никакой звездности, он очень открытый и доброжелательный человек, поэтому мне было действительно очень легко с ним работать. Нет вопросов. Все. Но я понимаю, что я теперь могу и способна на многое. Вот сейчас споем, и надеюсь, не зря. Нравится вам это или не нравится, но мы будем петь вдвоем для вас.
«Нравится, не нравится» — одна из самых известных песен Александра Сухарева и группы «Экивоки». Ему-то не привыкать ее петь. А вот Инессе Зубрилиной очень многое, наверное, придется делать впервые. Итак, встречайте, потому что наша учительница впервые волнуется не по-детски. Я люблю опивать женихов и невест, наблюдать после свадьбы веселый процесс. И скажу вам, друзья, не тая, интерес вызывает семья. После свадьбы супруга в надежде ждет, что муж ей накупит одежды. Только он приготовил сюрприз, предлагая взамен ей стриптиз. Благотворно влияние тёщи, у неё взгляд на вещи попроще, и советы её придаю детям непоправимый уют. Нет распаду семейной ячейки, даже если если в семье ни копейки. И жена добродушием пыша не дождется уже ни шиша. В этом зале столько звезд СТВ здесь собрали. Черт меня подери, вуаля! Вот сейчас споем и надеюсь не зря. Потрясающий был дуэт, впечатлилась я не на шутку. Скажи, а у тебя давно вот такой романтический был, ну, что ли, ужин? Давненько.
пора что-то менять. Ну, дорогие друзья, уважаемое жюри, давайте все-таки оценим нашу пару. Кому нравится или кому не нравится, а мне даже очень нравится. Нет, мне только, не только нравится, но и очень, и очень. Это было действительно очень... Очень-очень неожиданно, и это действительно один из лидеров лично для меня в моем собственном рейтинге. Единственное, что мне бы хотелось Инессе сказать, она, конечно, очень сильно подставилась этой песней, потому что теперь я вижу прямо любой урок ее, какой-нибудь ученик что-то скажет, она говорит, ты знаешь, Иванов, мне не понравилось, а он ей, знаете, что ответит? Нравится, не нравится, а дальше по тексту. Но, никто не заставлял. Сама добровольно пришла. Здорово, Александр, Инесса, круто. Кристель Лакака, по-моему, уже звучит как песня. Станочник деревообрабатывающих станков Горицкого лесхоза поет вместе с депутатом Палаты представителей Национального собрания, заслуженная артистка Республики Беларусь. Так, если Ирину мы хорошо знаем и любим, то Кристеля мы наверняка полюбим очень скоро, тем более с такой внешностью. Какая бы сфера деятельности ни была, везде требуются таланты и навыки. Настроение перед участием боевое. Есть желание вот как-то работать, как-то развиваться, и, ну, очень интересно. Мне кажется, наш дуэт, он уникальный. Я пою о тебе, а ты поешь обо мне. И птица с крыльями, кого-нибудь. Нет, никаких птиц. У нас же Кристель, он у нас служил в бригаде 3214, на спецназ, поэтому он такой, видите, он боец, он ничего не боится. Когда снимают, то есть боюсь такая. Кристель, он просто по жизни очень позитивный и темпераментный человек, поэтому каждая репетиция у нас проходила на таком хорошем подъеме. Улетай, 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 нам осталось проситься. Научился... Это раскрывать свои таланты. И скромный же такой, таланты научился раскрывать. Полетели! Встречайте наш прекрасный дуэт. Станочник Кристель Лакака и Ирина Дорофеева. И одна из самых популярных песен в репертуаре Ирины «Улетай». Звучает осень, тебе лететь пора. Печаль последней встречи заменит мне любовь. Побудем в этот вечер наедине с тобой. Улетай, 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 перелетная птица. Насквозь промокла вишня, а дождь все не утих. Шепчу я еле слышно, лети, ну что ж лети. Печаль последней встречи заменит мне любовь. Побудем в этот вечер наедине с тобой. Улетай, улетай! Улетай, перелетная птица. Пусть
Ну, дорогие жюри, надеюсь, вы оценили. Вам все понравилось. Вода от нашего партнера. Кристально чистая. Белкопсоюза. Я хочу отдельно остановиться на уважаемом Кристеле. Я был шокирован вот этим образом. Он вот уже такой сформировавшийся ресторанный певец. Ну, мне так показалось. Эта рубашка, вот эта такая стойка. То есть то, чем заканчивают многие певцы. Наш Кристель только с этого начинает, так что мне кажется, у него какая-то безумная будет карьера. Очень круто. Ирина, не считаете, что вот без Кристеля белорусский шансон теряет очень многое? Мы поработаем над этим. Все же не случайно, понимаете? Прилетел, но я думаю, улетит не скоро в горки. Еще будем заниматься. То есть... Вы еще будете проситься обратно в Горецкий лесхоз, Кристель? Они настолько разные. Они разные по темпераменту, они разные по голосу. И у меня как-то вот гармония не сложилась. Ну, это одно изменение. Видишь? Генеральный партнер шоу «Две звезды» на СТВ «Минеральная вода» от Белкопсоюза. Стародорожская, Вечелье, Игуменская и Марыля – это здоровье и сила, подаренная природой. Спасибо Потреб Кооперации за это чудодейственное средство для творческих людей. Партнер шоу «Две звезды» на СТВ – это открытое акционерное общество «Светанок», город Жодино. Здесь производят лучший трикотаж для всей семьи. Одежду от «Светанка» сложно спутать с любой другой. Модели запоминаются не только своим стилем и качеством. Это память вашего тела. Однажды, надев одежду от «Светанка», вы не захотите ничего другого. Почувствуете себя в ней уютно и комфортно. Качество. Натуральность. Красота. «Светанок». Одежда для всей семьи. Партнер показа – открытое акционерное общество «Светанок», город Жодино. Одежда для всей семьи. Партнер показа – минеральная вода от Белкоопсоюза. Чудодейственное средство для творческих людей. По тем или иным соображениям, почти каждый дуэт в нашем шоу состоит из, казалось бы, абсолютно несовместимых персонажей. Вот только представьте себе миниатюрную, красивую Ларису Грибалеву рядом с высоченным Николаем Мирным. Просто персонаж из детского мультика про Машу и медведя. Теннис – это здоровье, теннис – это спорт, теннис – это красота. Вот это все оригиналы наград Максима. Вот, например, олимпийская медаль здесь самая настоящая. Это моя гордость, это наша честь, это наше лицо. Но ты хотя бы позвони, спроси что-нибудь. Знакомы ли мы с Ларисой до проекта? Да, конечно, у нее детей много, у меня детей много. На этой почве мы как бы сдружились. Там неизвестно вообще, что мы будем петь, может, мы что-то сыграем. Но ты хотя бы позвони. У Ларисы уверенности научился, нахальство, хамство. Ну и всему тому, что нужно делать на сцене. Я знаю, что ты правильно споешь, а я... Да, репетиции слова наизусть. Иду проверю. Я научилась немножко сдержанности, важности и смотреть на всех сверху вниз. Нам, собственно, можно даже и не сильно наряжаться. Я Маша, это мой Миша, медведь. Поэтому я думаю, что мы будем очень милыми в этих образах. И запомнимся всем. Лариса Грибалева и Николай Мирный исполнят песню «Но ты хотя бы позвони».
А заодно представят свою версию про повзрослевшую Машу и по-прежнему заботливого медведя. Итак, глубоко уважаемое жюри, просим ваши оценки этому очень необычному дуэту. Это у нас передача не конкурс, а это передача такая хорошая передача для зрителей, классная, великолепная. Поэтому мне кажется, что все хороши, а Грибалева особенно. Лариса, от души.
Тепленько, пушистенько, органичненько. Супер. Но и в финале достойные алмазы нашей коллекции дуэтов. Как вы думаете, кого в пару мы подобрали такому шалопаю, как Павел Клышевский из группы «Тяни, толкай»? Его партнерша – оперуполномоченный отдела уголовного розыска криминальной милиции Фрунзенского РВД города Минска. Майор милиции Наталья Климович. Я думаю, что такие кадры на СТВ вы раньше точно не видели. Если бы я не была бы милиционером, такой вопрос вообще не ставится, потому что я изначально знала, что я буду милиционером. Мой партнер по проекту – это глыба харизмы. Да. Он талантливый, безусловно, добродушный. Он располагает к себе. Сейчас вот все дружно руки выше, давай! Давайте, а я пойду смотреть, что хорошо хлопает. Наташа, все характером есть, давай репетировать. Раз, два, три. Ой, болело сердечко у девочки, болело. Она легко достает, просто она зажата, она стесняется, она не может выдать. Наташ, просто никого не стесняйся, есть камеры тебе. Там тоже будут камеры. Плюнь на все и просто пой. Вошла в образ. Так и хочется кого-то дождаться. Кого-то ждать! Несмотря на кажущуюся брутальность, группа «Тяни, толкай» и Павел Клышевский поют очень трогательные и нежные песни. И «Девичье сердечко» – одно из таких. В сегодняшней интерпретации песни наш новоиспеченный дуэт расскажет про то, как стремится бывалый морячок к своей любимой, которая, как всегда, ждет его на рабочем посту. Восточников развешивает твоя любимая песня. Километры расстояния и секунды и года, да. Мимолетных встреч, свидания, с глаз соленая вода. А белым снегом припорошен идет уже другой год. Парень его в море, а девчонка ждет. А сердце девичье все йок, 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 йок. А где ж ты бродишь, паренек? Один в далекой стороне. Не позабыли обо мне. А сердце девичье все тук, 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 тук. А где ж ты бродишь, милый друг? Хотя бы строчку напиши для тихой девичьей души. Время плещется рекою, только весточки все нет, нет. А она глаза в глаза встречает каждый свой рассвет. За окном листвой буянит уж красавица весна. А девчонка все одна, одна. А сердце девичье все йок, 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 йок. А где ж ты бродишь, паренек? Один в далекой стороне. Не позабыл ли обо мне? А сердце девичье все тук-тук-тук-тук. А где ж ты бродишь, милый друг? Хотя бы строчку напиши для тихой девичьей души. Морозный вечер землю снегом обвенчал.
услышала в окошко, кто-то тихо постучал. Открывай скорее, родная, на пороге не мороз. Что ж ты плачешь, ай, не надо, брось. А сердце девичье все йок-йок-йок-йок. А где ж ты бродишь, паренек? Один в далекой стороне. Не позабыл я обо мне. А сердце девичье все тук-тук-тук-тук. А где ж ты бродишь, милый друг? Хотя бы строчку напиши для тихой девичьей души. Спасибо огромное! Спасибо, дорогие, спасибо. Уважаемые наши жюри, просим вас оценить нашу прекрасную буфетчицу Наталью Климович и прекрасного, сильного, такого крепкого моряка Павла Клышевского. Нашему уголовному розыску вообще вот есть чем гордиться. И я думаю, что розыск, вот сотрудники розыска в любую среду войдут и будут своими. Судя вот по тому, что я сегодня видела, вливаются вообще как родные. Все. Мой политрук, кстати, там... Все, отпуск будет летом. Отпуск будет летом все-таки. Наконец-то! Да? За 20 лет отпуск летом. Замечательный номер. Я думаю, что их будут приглашать теперь. Вот этот тук-тук будет прям фирменным. Не верьте своему сердцу, оно тоже стучит. Дорогие друзья, уважаемые члены жюри, вам сейчас предстоит нелегкая задача оценить выступление наших дуэтов. А чтобы у вас не было соблазна всем поставить наивысшие либо одинаковые баллы, мы предлагаем следующее. Вы должны расставить баллы с 1 по 8 место в соответствии с вашими личными симпатиями. Обладатель первого места в вашем рейтинге получает 12 баллов. Каждый последующий на балл меньше. А сейчас для вас и для телезрителей напомним, как же сегодня выступали наши дуэты. Ай-я-ля! А где ж ты бродишь, милый друг? Хотя бы строчку напиши для тихой девичьей души. Уважаемые члены нашего жюри, просим вас подвести итоги нашего прекрасного шоу «Две звезды». Кожный был пригожий, добрый по-своему. Одразу скажу, что змову ни с кем не уступал, у чужие конспекты не подглядал и зарабил так, як лічу сам найбольш оптимально слушным и правдивым. Хай меня освещу весь зал,
Но в моем рейтинге, после того, как прослухал у всех, кончатковых 5 баллов, я буду называть, напевно, песни, как, да? А, в моем рейтинге субъективном 5 баллов – это «Лебединая». 6 баллов – «Нравится, не нравится». 7 баллов – «Девичье сердечко». 8 баллов – «Что-нибудь». 9 баллов – «Шумит тебя розы». 10 баллов – «Рушники». 11 баллов – «Улетай». И 12 – «Васильковое небо». Я хочу, чтобы вы посмотрели на мой лист с оценками. У меня здесь все очень сильно вот перечеркнуто, там я очень много всего писал, менял, значит, свое мнение, потому что я в этом плане, знаете, человек абсолютно гутоперчивый. Значит, 5 баллов я поставил Эдуарду Мартынюку и Татьяне Новик. 6 баллов я поставил Ирине Дорофеевой и Кристелю Лакака. Мои 7 баллов я вот так вот взял и, можно сказать, значит, с барского плеча Александру Сухареву, моему коллеге, и Инессе Зубрилиной замечательной. 7 баллов. 8 баллов не менее потрясающим дуэт Жанет и Владимир Карачевский. Это 8 баллов. Далее, наверное, самые быстро считающие подскажут уже, что 9 баллов. Это замечательные Павел Клышевский и Наталья Климович. Мои 9 баллов. Не менее мои 10 баллов за одну из моих самых любимых песен белорусской эстрады. Я с большой радостью подпевал им. Это Макс Лоренс и Натали Роше. 10 баллов. 11 баллов. Серебряная медаль. Это было очень-очень круто. Такое прям настоящее, почти победное выступление. Наверное, может, оно победное будет у моих коллег. Это Алена Ланска и Владимир Александрович Занько. Но вот как-то мне чисто по-человечески приятнее всего, и я больше всего улыбался на номере Ларисы Грибалёвой и Николая Николаевича Мирного. Им высший балл мой 12. Пожалуйста, дорогие коллеги, не обижайтесь. Уважаемый Эдуард Мартынюк, когда вы мне ставили, мягко говоря, не самые высокие оценки, я помню слова, которыми я вас вспоминал тогда вот про себя. Я хочу напомнить, что все-таки вы человек более опытный, наверное, к таким делам, поэтому, пожалуйста, простите, ну вот так вот вышло. Все большие молодцы, я получил колоссальное удовольствие. Я прошу за кулисами товарищей не волноваться, потому что не один я это все оцениваю. 5 я поставил дуэту Жанет и Карачевский, Владимир Карачевский. Вот 6 я поставил Сухареву и Зубрилиной. Вот 7 я поставил Ирине Дорофеевой и Кристи Лакака. Лакака, да. 8 я поставил Максу Лоренцу, действительно, с блестящей «Лебединой». Вот 9 я поставил Павлу Клышевскому и Наталье Климович. Это действительно был классный номер. Вот 10 я поставил Эдуарду Мартынюку и Татьяне Новик. 11 я поставил, значит, вместо прекрасной Ларисы Грибалевой и Николаю Мирнову. И абсолютно, как мне кажется, по профессионализму и прочим всяким делам, 12 баллов – это Алена Ланская и Владимир Занько. Вообще хочется сказать каналу огромное спасибо за эту передачу, потому что эта передача демонстрирует, что каждый из нас дает настолько невероятные результаты, если он потренируется, если он вообще как-то перешагнет через себя, есть возможность открыть себе новые возможности, новые способности. Вообще изумительно, замечательно, что есть такая передача. 5 баллов я поставила Эдуарду Мартынюку и Татьяне Новик. 6 Ирине Дорофеевой и Кристель Лакака. 7 Жанет и Владимиру Карачевский. 8 Макс Лоренс и Натали Роше. 9 Алена Ланская и Владимир Александрович Занько. Далее, значит, 10 баллов Александр Сухарев и Инесса Зубрилина. Все-таки учителей поддерживаю. Вот великолепно.
на мой взгляд. 11 баллов Павел Клышевский и Наталья Климович. И 12 баллов я все-таки ставлю тем, кого я хочу увидеть на телевидении в новогоднюю ночь. Это Лариса Грибалева и Николай Мирный. Спасибо вам, Елена. Спасибо нашему жюри, что пришли и потратили свое драгоценное время и таки пожурили по доброте душевной наших артистов. Некоторые отомстили даже несколько. О, да, то ли еще будет. Итак, согласно голосованию нашего жюри, лучшим дуэтом этого вечера стал дуэт Алена Ланская и Владимир Занько. Я приглашаю на сцену всех участников нашего проекта и, естественно, победителей, которых попросим исполнить свою замечательную песню. Жить лесом и полем, дыновоколем, это мой дом. Где детинство мое с медом да каской, с маминой лаской, это мой дом. И он покличе мяне, прилечу на крыле, песню спею по весне. Васильковое небо, плыть журавлиная, Васильковый я дали за небо край. Васильковая нашла песню и долю, счастье и волю, это мой дом. Где ответку мое замова, родное слово, это мой дом. Спасибо.